Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон. И у нас сегодня с вами побродилка вместе с Рексом. Как видите, у нас осень, но еще не поздняя. Кругом много зелени еще. То есть падает, но деревья еще держат свою листву. Пойдем, Рекс. Дело в том, что я сегодня вам с вами хочу сходить. Алло. Come here, Rex. Come here. Here. Осень у нас красивая. Огромный каштан. Там у нас поликлиника. А мы с вами сейчас пойдем. Вот это место красиво, особенно когда машин нет. Мы с вами пойдем на одну полянку, где, в принципе, неофициально у нас так называемый хундетреф. То есть встреча собачек. Дело в том, что, дорогие друзья, у нас берут в год за собаку 150 евро в год. Так, впереди нас идет детский садик. Так как у меня самого теперь внуки, я так всегда умиляюсь им. Такие маленькие. Сегодня у них, допустим, у моих внуков, у них этот праздник, когда они ходят с фонариками по улице и поют песни. Латерны. Это фонарики. Поют песни, запевают. Так смешно. Маленькие человечки. Но собаку я держу на поводке в этом случае. Если я вижу ребенка, если вижу велосипедиста, я беру собаку на поводок. Это правило хорошего тона. Пойдем, Рекс, поспешаем. Сзади наш этот детский караван. И я уже вижу первую ее подружку. Это лабрадорша черная Ину, с которой они Герн, хотел сказать, охотно играются. Сейчас мы его отпустим. Я знаю хозяина. Знаю, что собака привитая, что собака охотно играет с моим, хотя намного меньше. Ну, сейчас мы ее спустим. Вот это местечко. Здесь растут дикие яблони. Вот раз, два, три. Откуда я брал яблоки для прошлых натюрмортов. Там живет овчарище, которое все время гавкает. Тут есть пруд, не пруд, а ручей небольшой. Летом собаки, это их не ход сюда, они охотно здесь плавают. Но Рекс еще ни разу не пробовал плавать, да и не хочу я сейчас, потому что холодно, но он пошел. Рекс? Рекс, here, here. Обученный. Окей, молодец. Вот, сейчас мы пойдем, повстречаемся и поиграем. Вот Рекс увидел. Рекс увидел. Гордо стоит. Ну, пойдем, пойдем к подружке-то. Так, правильно, по-мужски, пусть подружка за тобой бегает. Ну, тут вмешался большое лабрадорище. Видимо, мы это уже знаем, но он в основном ездит на велосипеде. Рекс! Рекс! Алло! Darf ich da aufnehmen? Ja, klar. Willst du spielen?
Ich möchte zeigen. Ой, 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 Und Inu, ja? Ja. Inu. Это главные его подружки. Ага. Но она ревнивая. Она не хочет, чтобы с кем-нибудь он играл, кроме нее. И пытается отбить от черных. Ja, bei Foto ist das manchmal vorbei. Aber wissen Sie, das ist auch für Profi. Aus 100 Foto 10. Ja, Videos und Fotos, ne? Ja, kann man. Ja, kann man Fotos machen und Video und kann man ja ganz hervorragend. Qualität ist hervorragend. Haben Sie noch Fotos von Richard? Ah ja. Viele, viele. Sie sind, jetzt wollte ich Kamera rausholen und schon wieder vorbei. Aha. Rick, hier, hier, hier. Das ist gut. Hier. Rick. So. Gut, der jetzt schon hört. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, das finde ich auch gut. Finde ich das auch gut. Da war sie noch gar nicht so. Ну, тут подходит наша побродилка к концу. Там впереди я вижу собаку, но хозяйку эту знаю, поэтому при подходе возьму Рекса на поводок. Ну, бывают такие недружелюбные, скажем так, не очень. Итак, дорогие друзья, здесь заканчивается наше путешествие. Мы пришли к нашему дому назад. Вот, посмотрите, какой вид красивый, да? Прям просится на шатер. Не. Так, там идет такса, мы ее не знаем. Ну, в общем, я хочу с вами на этом попрощаться. Всего вам доброго. Мы с вами встретимся сегодня пятница, вечером на посиделках. А до этого, дорогие мои друзья, пока.